Всем добрый день! В этом видео хочу вам показать очень простой рецепт подкормки, используя препараты из аптечки. Такая подкормка очень полезна для наших комнатных цветов и растений. Она стимулирует и ускоряет рост растений, способствует пышному продолжительному цветению, повышает иммунитет у растений, при регулярном ее использовании эффективно защищает растения от различных болезней. Но даже если вы заметили на начальном этапе признаки появления болезни у вашего растения, или оно просто начало загибаться по каким-либо другим причинам, то такой подкормкой можно спасти растение. Чтобы приготовить такое удобрение, понадобится салициловая кислота и аммиак. В 1 литре теплой воды необходимо развести 1 чайную ложку салициловой кислоты и 0,5 чайной ложки аммиака. Раствор хорошо перемешиваем и используем сразу в качестве опрыскивания по листу. Такой подкормкой можно опрыскивать все вегетирующие растения и цветы раз в 3-4 недели. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы узнать больше.